Работал на работе, потом еще дома поставил ручки на двери, там все такое. Вообще вкалывал, как папа Карло. Ну вот. Чатик, привет. Привет, Запись чатику. пошла. Если вы смотрите в записи, в эфире Сокол и Майкер. Мы поиграем немножко в Warcraft. И пока еще непонятно, будет это 2 на 2 или это будет FFA 2 на 2. Чего ты больше хочешь? Может, для разогрева простой 2 на 2? Ага, тем более хоста нет. Да, давай так и сделаем. А потом люди подтянутся, хосты. Я в канале Майкер. Понял. Хорошо. Свергут. Так. Сокол Айс. Все готово. Сейчас. Почему-то у меня мышка не этовается. Как так? Подожди секунду. Я в окне играю. А почему-то мышку у меня арена не включает. Такое бывает. Иногда надо нужно еще стартовать, разок да? арену включить. F7. Ну, короче, бывает такое. Игра нашлась. Ёшки-матрёшки. Я могу не джойниться. Ну, а тогда мы лосс получим. Не, ни в коем случае. Короче, попробую снова арену запустить. Еще один инстанс. Угу. И обычно помогает. Но у нас тут игра пошла потихонечку. Дождливая погода. У вас там как погода? Фу, погода супер. Мышка работает, Майкер, ты гений. Уже сталкивался с таким. Бесит. Особенно, когда игра началась. У тебя игра в окне, в рабочих. Разводишь, курсор уходит. Да, и пипец. Майкер, погода вообще ништячная. Уже третий день. Супер. Но в среду погода была вообще пипец. Ураган-то, эти даже были, торнадо. Мой городок рядом, который, ну, затопило. На горе город. Прикидываешь, люди говорили, а куплю там себе землю, построю дом, меня никогда не затопит. Логично. Затопило все нафиг. Такой ливень был, 75 литров на квадратный метр. Машины плавали, от дождя только. Там конец света было. Ясно. Да, вообще. Так, мне попался ут. Готово. Я забыл раз перекинуть, но думаю, пойдет. Затащим. Я по тму беру, ты же там финдов наверняка идешь, да ведь? Да. Ну, это отлично. Майкер угадал. Вчера футбол смотрел? Я не фанат так просто. Рад. А что там? Расскажи двух слов. Исландия с Англией играла. Исландия? Та, у которой 400 тысяч населения в стране? 320 тысяч населения, половина из них женщины, другая половина охотники на китов, потом половина одноглазых и безногих, и одним словом, если все вычтешь, останется только 23 человека, это команда Исландии. Офигеть. А у нас в Белгороде население 400 тысяч, понимаешь? А в России сборную нормальную сделать не могут. Ты прикидываешь? Они сбрили 2-1. Англичан сбрили. Невероятно. Играли, это самая ништячная игра была вообще. Я так за них болел. Прям круто. Радуешься. Англия, а как им удалось вообще действительно с таким небольшим населением собрать такую классную сборную? Я готова. Ну, я не знаю, классная сборная. Они в сумме там в воротах стоит чувак, который участвовал в Евровидении за Исландию. Что? Нападающий почтальон. Реально не хватает людей. Нападающий почтальон. И они замочили людей, которые миллиарды зарабатывают, можно сказать. Там, я бы сказал так, заработок весь исландской команды. Доверься мне. Против заработка 1%, что зарабатывает Руни. Руни 1% зарабатывает больше, чем вся исландская команда. Мы готовы нанести. И они сделали так. Покажите мне, интересно, интересно. Чья такая прохлада, я так за них рад, не поверишь. Я болел. Я молил бога Варкрафта, чтобы он им дал силу там. Они пошли в Fortify потом наконец, там бетон построили и забаррикадировались во все. Ваш ход. Жду приказ. Вообще, я был так рад. Богиня согласна. Ты даже не поверишь. Укажите мне путь. Нужно верим. Охотно верим. Доверься мне. Как у тебя дела? Жду приказ. Укажите мне да путь. Хорошо, я что-то нервный стал из-за работы. Надо отдохнуть.
Укажите, кем нужно действовать. Мой лук. Кембра. Да, отлично. Никем. Никем просто. В том-то и дело, что, видимо, мне не хватает. Что-то новенькое на сайте готовишь. Мой лук, мы готовы. Ой, мы очень много новенького на сайте готовим. И уже сделали. Но пока рано рассказывать. Слушай, я тут на одну точку намылился. Она жёстенькая. Вот это что ли? Не-не-не, вот, вот та вот. Укажите мне путь, я готова. Не вижу. А, где ты сейчас? Да, я. Ну ладно, я бегу к тебе. Да не-не-не, я справлюсь. А, справишься? Нужно действовать. Ну ладно, да я вот. Дерево поможет, эльфы же дисбаланс. Мой лук всегда. Ну да, ты прав. Мы готовы на них. Жду приказа. Это такие эльфы. Нужно действовать. Я готова. Ваш ход. Доверься. Оба пришли ко мне, андеды, орки. Мы готовы нанести удар. Но он один ведь? Да, да, он ни о чем. Надеюсь. Я пролечу по респам. Мы готовы нанести удар. Посмотрю, что там пилит они. Нужно действовать. Ага, андед наверху крепится. Мы готовы нанести удар. Мой лук всегда со мной. С финдами. Так, а что мне с потмой-то делать? Маздряд, что ли, выходить? Как думаешь? Ну, или сейчас как хочешь. Мы против андеда, да, играем? Нужно блин. Да, против андеда. По крайней мере, одного. Я готова. Готова. Такой нежданчик. Блин. Я готова. Давай к моим этим. Да нормально, я так вижу. Оба, я гуф? Не, я не гуф. Не, ты живи. Спасибо, что живой. Готова. Укажите мне путь. Ваш ход. Ну все, минус ПМ. Укажите мне путь. Мой лук всегда лево. Чус. Auf Wiedersehen, mein Freund. Жду приказа. Ни слова больше. Ну, харчей меня убил, скотина. Доверься мне. Мой лук всегда лево. Ай, трех. Нужно действовать. Еще что-то окружать пытаются. Блин, опасные люди. Доверься мне. Под контроль там, да. Мой лук всегда со мной. Второго героя козла беру тогда. Мы готовы. Мой лук всегда со мной. Да ну брось. Да ну, да ладно. Варк его подставил. Вот ну бас. Так, ты закрепил здесь, да? Я могу нычку ставить у тебя там. Ой, хорош койл. Соколик, там бутылку возьми, не это самое. А. Готово. Мы готовы. Ну что ж я арчи-то не контролю, ты знаешь? Я вот тоже не знаю. Траура есть. Да, кое-как. Не хватает дерева. Ну, если вы хочешь, я не знаю, у тебя сейчас друядки будут, а потом можно пойти это. Немножко. Давай крипинг продолжать. Да, мне третий левель надо получить, левель драйв вот здесь, блин. Угу. Осталось чуть-чуть. Я готова. Я не буду подходить. О, крейтер, ман, куда едешь? Я пойду под хорошо тогда. А кто второй? А, второй орк. Ну, я к орку тогда побежу. Я могу только сейчас харасить, а ты крипся просто. Готовы. Вот здесь хорошая да. точка. Я готова. Да, мой я. Доверься. Я. Я готова. Так, богиня, ты мне можешь чуть-чуть бабла подкинуть? Бабла, да, леса нет. Ну, лес у меня. Сатенчик. Работает. Нормально. Всего лишь. Сам понимаешь, время такое мне. Сейчас. Ну да. Жду курс, все дела. Мой лук всегда. За деревом сильно надо ехать. Укажите мне путь. Все еще актуально это. Это шутка. Жду приказ. Все актуально. Он грантов добивает сам, представляешь? Свои же. Брутальность. Ну что, боялись, наверное? Да, мораль повышает. Мы готовы навсегда. Так. Это опасные люди. Я думаю, я на Т3 пока что не пойду. Ну смотри. Мы на Т2 сделаем такой пушок. Так я и думаю. Пушок? Хорошо, как скажешь. Не хватает дерева. Я готова. Ну или делать Т3, а то лечь что-то без арбы. Доверься мне. Нужно действовать. Минус ТП у андеда. Он еще от финда потерял. Ха-ха. Хорош. Да, подгаживаю как могу. Так, мне брать первую новую, наверное? Доверься или фрост арма? Мы готовы нанести удар. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Герой умирает. Доверься. Да, я став не купил, зажал. Все. Погиб, жду приказа. Не проблема. Поплатился за своим. Я готова. Ну ладно. Мы готовы нанести удар. Я готова. О чем шумят деревья? Нужно действовать.
Что произошло? А ты крепишься, да, молодец? Мы готовы. А что там? Да, что-то делать. Так мы на четвертый подниму, аура будет еще. Дополнительно. Я готова. Ну и Т-30. Нужно действовать. Доверься мне. Привет. Может, что у Таланда это нужно тоже? Нужно действовать. Я люблю. Будет арба? Я готова. Да, будет. Нужно действовать. Я попробую опять что-то там подрезать, может, скорее всего, андедом. Действовать. Что пользы от меня на крипинге нет. Доверься. Лучше я их буду пытаться отвлекать. Кто нарушил наш покой? Нужно действовать. Главное найти, блин, его. Мы готовы. Что случилось? Свеженькие трупы вижу. Нужно действовать. Мы готовы. Привет. А вот и он. О чем шумят? Приказывай. Нужно действовать. Что произошло? Нифига себе, инферно. Что случилось в наших лесах? Я готова. О чем шумят деревья? С радостью. Исследование завершено. Нужно действовать. Привет. Мы готовы. Опять минус ТП Ванды, да? Что произошло? Нужно действовать. Привет. Наши воины. У меня что-то такая пачка наехала. Я, кстати, тебе могу скидывать бабло за этом. Привет. С экспанда. Ну, это было бы ништяк. Потому что тебе выгоднее все равно тратить деньги. Мне так кос построить до 50 лимита и все. А вот ты сможешь лучше эти деньги инвестировать. Нужно действовать. Так, у Андеда Т3 уже есть. Что случилось в наших лесах? Доверься. Блин, он меня тут... Нужно действовать. Че, поджал? Доверься. Ну, чуть-чуть. Что случилось? Ой, у него маскуляторов. Мы готовы. Ну, гулей, я не боюсь, у меня сейчас клич будет третий. Во имя духа. Нужно действовать в наших лесах. Мы готовы. У него лич, кажется, первый. Сейчас попробую еще разок его крипджетнуть. Нужно действовать. О, это торг еще. У чувака есть телефон. Прикидываешь? Прикольно. Я готова. Ждет же, блин. Нужно действовать. Мы готовы нанести удар. Привет. Блейд там подхорашивал, но у него хп маловато сейчас. Я готова. Где опасность? Так, ну если мы сейчас чуть-чуть потерпим, у меня будет Т3. Доверься мне. Третий герой и 7 соплей. Славу леса! Думаю, можно. Если ты хочешь мне перекинуть деньги, перекидывай сейчас все, и я иду ну, через лимит. Пока так. Ну все, тогда я пошел. Я готова. Перекидывать. У меня же еще есть. Блин, козлик. Козлик. Доверься мне. И сдох опять. Как я люблю. Что произошло? Не оставлять следов. Доверься мне. Жалко его. Ну, надеюсь, он умер не просто так. Ну, будем считать, что да. О чем шумят деревья? Так. Из сапплай-то выходишь, да? Да, я уже вышел. Я тогда, наверное, свитки на сверх, на вот эти вот средства не буду выходить из лимита. Буду затаривать. Доверься. И предлагаю тебе уже где-нибудь с ними. Да, я сейчас пойду на орк уже. В наших лесах. Я хочу пятого дыху. Эй, он меня спалил. Я готова. Еще мой лич на ТП. Я о чем выбежал? Как я люблю. Ты оттуда на ТП уходишь или что? Сейчас я чуть-чуть. Я могу просто подойти туда, но я далеко. Не, на ТП лучше. Там позиция, конечно, хреновая. Эй, меня забыл. Ой, Томф Экспириенс, ну. Окей. Можем сразу сейчас его поймать на выходе. Если ты сразу пойдешь, вдвоем его там зажмем. Доверься мне. Сейчас я чуть-чуть. Нужно действовать. Окей. О, у меня и третий герой. Вообще ништяк. А, он домой возвращается. Уже не зажали. Нужно действовать. Соберемся. Пойдем. Я готов. Давай. Где опасность? Доверься мне. Что случилось в наших лесах? Что? Я даже дистроф могу скоро делать. А, играется. Спанул Кадуэ. Может быть, он развернется. Похоже, да, разворачивается. Вот да, давай. Священная роща. Ко мне Андед пришел. Нужно действовать. Что случилось в наших лесах? Ну, что делать? Чуть-чуть дайте это. Блин, на телефон еще. Слушай, я должен назад. А, он телепортируется. Я попробую сам отбиться. Ой, мою эту... Спрятал. Ну я побегу тогда пешочком, не? Да, давай. Что случилось в наших лесах? Да ёпарасоте, как же мне радует телефон.
Прям люблю современные технологии. Нужно действовать в наших лесах. А, он телепортируется, я справился. Ну, отлично. Может, еще одну нычечку поставишь сюда? Могу, да, могу. А лес у тебя лишний есть? Для тебя все одно. Что произошло? Я готова. Привет. Спасибо большое. О, подходи сюда, я пока что здесь начну. Что случилось в наших лесах? Нужно действовать. Чем могу помочь? Доверься. Привет. Я готова. Нужно медведи буду. Что произошло? Доверься мне. О, у тебя жук. Так, давай-ка я посмотрю, есть можно ли у них база. Можно будет скульновать все. Нужно а вон справа. Привет. Оба. Что давай, мочи. Какой-то он не очень адекватный. Привет. У него с ходой минус ТП, отлично. Привет, орк готов. Тебе. А, без ТП еще ходит. Такой наглый. Он просто разведывает, нет? Ну, молодец, конечно. Нет. Мы готовы. Он так. Ну давай я делаю ТП. Я сзади подбегу, да. Он тебя вряд ли там... А, у него есть. ТП. Давай я проверю базу. Мне кажется, что орк так ведет себя исключительно из-за того, что у них... Вот угловая, есть. Наверное, слева наверху нычка есть. Что произошло? Нужно мы можем к орку, в общем-то, прийти. Я готова. Я всегда готов. Пошли у меня. А вот и орк. С радостью. Нужно действовать. Не, у них нет базы. Можно и не торопиться с атакой. Мы готовы нанести удар. Время работает на нас, могу тебе денег скинуть пока еще. О, скинь чуть-чуть. Чуть-чуть. Я готова. Думаю, что нужно да. Действовать. Ну тогда крепить надо чем-нибудь, нет? Если ты не хочешь идти. Да, ну что? Ну, вот здесь вот может быть еще, да. Да-да-да, ты прав. Готово. А еще лес есть? Ой, лес, ну можно, могу скинуть чуть-чуть. Ну, чуть-чуть хотя бы соточку, я медведи грейд сделаем. Так, что ты там? Андет идет. Нужно действовать. Ну, давай, успеем прокрепиться, чё? Давай, крип везде. Я никогда не крепил. Привет. Мы готовы. Нужно действовать. У нас мало времени. Блин, я телепортируюсь. Нужно действовать. Что случилось в наших лесах? Так, когда начинать? Что произошло? Я, я могу не отбиться привет. Здесь. Да, да, я скажу ой, тогда. Меня разводят. Что случилось в наших лесах? Слава леса! Мы готовы. Готов. С радостью. Нужно действовать. Я пошел на орка, а то развод такой нереальный. Что произошло? Давай. Или к тебе надо? Не-не-не, пока не надо. Мы готовы нанести удар. Что случилось? Я готова. Что произошло? Закалим привет. Дом. Во имя духа. Что произошло? Доверься мне. В чем шума отделение? Нужно действовать. Что случилось в наших лесах? Пока не надо. Священная роща осквернена. Мы готовы. Привет. Адрес. Природа не знает. Что случилось в наших лесах? Нужно действовать. Хотя его было прилично. Ну, Майк, я в тебе никогда не... Привет. Я готова. Что произошло? Во имя сомневался. Привет. Доверься мне. А я вот сомневаюсь. Че, не хватает дерева. Получаешь, нужно действовать. Получаем. Доверься. Да, я могу что только отбиваться. Ну, то есть, отковыриваться, так скажем. Нужно действовать. О, там орк подбежал к тебе. Сейчас ой, я не ну, мне тогда достаточно нужна будет помощь. Да-да. Давай, это, Калве, отходи назад чуть-чуть. Я сейчас с него... О, телепорт делает андет. Я тоже тебе и орк делает ТП, не делает. А, ну ладно, забей. Ах ты, медведя моего. На тебе еще денег. Я бы не отказался от леса. Я готова. Так, спасибо. Сейчас хоть медведя настрою. У них бас нет. О, это еще подрезают. Откуда рабочие? Нужно действовать. Привет. Побежали. Мы готовы нанести удар. Сейчас я ТП-шку себе куплю. Я готова. Давай. Там обсидианка у меня на базе твоя стоит. Она, наверное, о, тебе я нужна. Я потерял, да. Я готова. У нас мало вперед. Времени. Да у меня просто уже группа ничего не влазит. Мы готовы привет. Нанести удар. С радостью. Сейчас я проверю готова. Экспанды у них. Доверься мне. Так, и пошли на орка. Он сейчас не может строить ничего. Ты много боросов убил? Ну, минимум 2, по-моему, убил. Или 3 даже.
Не знаю, 2, по-моему. Верьте мне. Угу. Так, у меня 3-0. Нет, не 3-0, 2-0. Ну тоже. Исследование завершено. Золотой рудник. Блин, не успеваю отстраивать, хоть третью лорницу, блин, ставь. Нужно действовать. Что произошло? Так, я что случилось? Так, 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 так. Работаем. Давай сразу тык в мейн. Окей. Доверься мне. Что случилось в наших лесах? Нужно действовать. Завершено. Не буди его мне, зверя. Чуть-чуть вперед пройди. Может туда послать, я домination туда пошлю. Так, ко мне пришли, но давай мейн убьем и ПТП сразу же. Так, там только один, да? Давай, телепортируемся уже сейчас, поехали. Тебе? Да-да-да, ко мне. Все, мейн нет. А что так поздно? Тестую чуть-чуть. И работаем. Поехали. Орк еще потерял пару юнитов, нормально. Так, там стравится база орка слева наверху. Нужно действовать. Берем ТП, не забываем. Магазин бы еще, арбу. А лес есть? Да. Прости. Это нормально, я 5 кулей уже сделал для тебя специально. А мне вечно приходят, убивают производящие здания. Я пытаюсь отстроить, а в результате у меня на руках конское количество ресурсов, а потратить их не могу. Нужно действовать. Так, у меня цепи нет. У тебя есть арба? Нет, магазин тоже снесли, я восстанавливаю. Второй магазин, строй, пожалуйста. Да, строю вон. Я могу тебе второй прям персональный магазин на базе сделать. Я готова. Ты же знаешь, можно передавать арбу. Вообще не считаешь. Короче, я отходить не буду, ты если хочешь эту верхнюю, да. Поиграюсь с ними. Нужно действовать. О, там слева орк у тебя, 2 кадоя. Я готова. Нежданчик. Что случилось в наших лесах? Доверься. Заблудились, бедненькие. Шумят, доверься мне. Минус, кадой. Я готова. Доверься мне. Боря, я готова. О, можно же третьего героя взять, правильно ведь? Готово. Я... Да. Кого, как ты думаешь? Тинкера, панду? Да. Лорда. Панда будет ништячно. Готово. А можно этого? Да, не панду перебери, панду. Пивка никто не желает. Я готова. Не, великолепно. Привет. Сейчас быстро добьем. Лимит, наконец. Ой, у меня тут проблема. Сейчас решим. Ой, тут орк еще. Твою ж медь. Я назад. Ай-яй-яй-яй-яй. Все пропало, шеф. Майкер. Шеф, все пропало. Когда начинать? Гипс снимает. Клиент уезжает. Так, ну это финалочка, понимаешь? Ну мы затащим, ты затащишь. Это очевидно. Нужно действовать. Готово. Привет. Помнишь, что есть магазин? Я готова. Ну а Андет, кстати, тоже ничего. А блин. Мы готовы нанести удар. Конечно. Ай, его этого замуж. ЖК, да? Не спалил, не уберег. Свиток. Недостаточно золота. Я готова. Молодца. О-о-о-о. Так, Фатма, Фатма, живи, Фатма. Пусти, пусти! Я прячусь. Нужно действовать. Так, все, подмаз спасена. Когда начинать? Лечу, нужна мана. Нам я надо готов. Больше маны. Нужно действовать. Ай-яй-яй, у него там все пипец. Мейн закончился, кстати. Недостаточно золота. Верься мне. Что произошло? Нет покоя в нашем. Вот я все пипец. Нужно действовать. Слушай, да. А, ты продолжаешь преследовать. Да ты посмотри, у него все там. Все красное. Я готова. Кто нарушил так, наш покой? Я помогу тебе, там у тебя есть энное количество юнитов у меня на базе остались. О, лича подлечил, ты видел? Да блин. Нужно действовать. Все такое дохлое. Я подхожу, все нормально. Деку не отдай. Нужно действовать. Могу бутылек деке передать. Да, ой, там у тебя фулл хаус вообще. Все, я нету фулл хауса. Доверься. Передал.
Передал, блин! Ладно. Взял, это ты взял, не он взял. Это не арбас, он кричал по арба, я бы сразу ее забрал. Ну все нормально. Да вообще отлично, я считаю. Рычим, убиваем, на тебе реджупчик еще сверху. Цеху прикопаем. А, нет, не зачем. ГГ. Да. Там, говорят, уже создали это самое ФФ-шечку. По красоте. Ой, аж душа радуется. Ой, как радуется. Меня извыкинуло через батлы, надо перестартовать. Угу. Ой. Ой, Майкер, как у меня душа радуется. По красоте замочили. Да, заходи, мы тебя там ждем. Там есть как раз специально один слот для тебя. ГГ, два восклицательных знака. А закрытый даже слот, сейчас его откроют. Сейчас. Специально, знаешь, ГГ. Место такое нагретое. Все, я за это. Пиши, что я вхожу. Open PLZ. 2x2, VS2, VS2. Все открыто. Есть. Так, давай с тобой в 11-й клан, соответственно. Там 1-1. 2, так, 3-3, 5-5, 2-9 нужно соединить и все. Стримов по героям в ближайшее время не планируется. Очень много записей на ютубе есть. Люди пишут, Сокол, читаешь чат, вот сейчас только зашел. Я до этого играл, потому что я так хорошо играл, я не читал чат, так что... Ну, я параллельно да. Делаю мой стрим, так что люди там тоже. Мини Рагнарок это. Мы играли уже в прошлый раз на этой карте. Да? Да. А, да, да. Хатабушка, скажи, у тебя браузер Яндекс браузер или. Или какой? Подскажи, пожалуйста. Яндер. Склоняюсь. Я. Ты кто? Тебе попробовал перевести? Или здесь не переводят? О, тут эльф. Ой, нет, здесь не надо наша переводить, ты далеко от меня. Чего желает мой повелитель? Кого да, мне надо прожить? Будет тяжело нам. Склоняюсь перед вашим боем. Будет нам очень тяжело. Да. Пипец. Но у меня бы есть арба. У меня есть арба. Ну, держись там. Всего хорошего там. Хорошего настроения. Да. Good luck, have fun. В жизни и не в жизни. Они ждут. Я жажду служить. Держитесь, люди. Да, повелитель. Так, Майкер, вот здесь противник и вот здесь, да? Да, они повсюду. У меня эльф СМФ. Короче, Хатабушка, мы в курсе проблемы с Яндекс.Браузером, со звуком. Пока ее не знаем, как пофиксить. Ну, только сегодня детали пришли. Поэтому, если не сложно, используй пока что временно какой-нибудь другой браузер. Chrome, Firefox, Opera, Edge. Какой хочешь из этих. Постройка завершена. Золото. Там точно все хорошо работает. Так. Ну, нам нужен какой-то план. Ну, надо воссоединиться. Я думаю, вот этих надо брить. Да, это наиболее близкий, так скажем, путь. Или, может, вон там всех спреем и встретимся. Да. Не ищешь ты легких путей, да? Как вчера. Эй, боже мой, вчера. Через всю карту. Больше золота. Да. Уж. Ладно, я пойду так разведкой наверх чуть-чуть посмотрю, что почем. Да, я, наверное, тоже соседа слева в первую очередь буду смотреть. Да, повелитель. Исполню с радостью. Смотри, что-то я боюсь, Майки. Я же вспотел. Уже? Завершена. Ну это после той игры, конечно. Чё я припотел. Так, Джокер, ой, МК, ой. Я понял. А у меня рейнджерка. Рейнджерка очень хорошая для ФФА героя. Прям вот один из лучших. Прикинь, там 6 героев с Сайленсом. В 2 на 2 закрывать. О, ко мне двое сразу пришли. Ну вообще, зашибись. Еще. Постройка завершена. В чем мне ТП делать? Не-не-не-не, не надо. Справишься? Не справлюсь, но ТП тут не спасет. Ой-о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 й. Ой, на меня тоже пачка пришла. Мне кажется, они просто вдвоем и все. Ну, то есть они резнулись рядом.
Надо было опцию сделать команды рядом. Так меньше рандома было бы. Гоген. Говори. Все, мне выходить, да? Да, я думаю. Ну, ты там все выйдут сразу после этого. Надо опцию поставить, действительно. Помнишь, как на Two Rivers или на Теренасе мы делали, что команда рядом. Потому что если так вот рядом с тобой два товарища, это пиши пропало. Да, ты прав. SX Paradise, если ты слышишь, задай, пожалуйста, ту же самую карту, только с опцией команды рядом. Так, где там есть? Да, вот здесь города союзников рядом он поставил. Ну ладно, на этой карте какая разница. Так, пум-пум-пум-пум-пум. Есть, я зашел, да. Ставлю третий клан. О, это карта. Да, Петр, плеер тестовый. Ну, как бы он уже полнофункциональный, но он все равно тестовый. Откуда ты узнал, что он тестовый? Так, 1, 1, 4, 4, 3, 3, 11, 6, 6. Поехали. Да есть еще. А почему не рандомные герои полкило ты пишешь? У кого рандомные? А, ты мне ми говоришь? Окей. А, там еще тимы не расставили, правильно. Там двое из четвертой тимы и... Кого ж не хватает, а тут шестой не хватает, еще одной или второй, три, я третьего, второго, а, и все. Рейдинг. Передаю привет парням из чатика. Поехали. Алешка Майер, я уже отвечал на этот вопрос, Ведьмака уже купил, поставил, сегодня протестил, скорее всего, он будет либо завтра, либо уже на следующей неделе, из-за того, что будет поездка, и, возможно, не стоит делать кусок трансляции с разницей там в 4-5 дней. В четверг кооп еще с БСП Бонивуром и Хавком. О, я Хуман, и мы рядышком, видишь, сейчас опция. О, это ништяк. Я так. Да. Ну, смотри, у нас есть две точки для экспанда. Одна левый нижний угол, а другая вот ближе к центру. Можно абсолютно спокойно их крипить. Проще всего крипиться именно та, которая ближе к центру. Я вообще сам не могу закрипить, это не проблема. Вот. Давай ты тогда угловую базу, а я центральную займу. Окей. Хорошо. А вот что дальше делать? Выигрывать. Угу. Я готов. Тот план. Так, а может мне тогда землей, кастеры, там мортиры какие-нибудь? Или... Да, мортиры обязательно, сто пудов. Ну, я пошел. Ты обычно в фуфа играешь в какой-нибудь воздух. Хорошо. Там хавков, грифонов, престов. Тут, наверное, можно... Ну, посмотришь, я не против. Сыграть землей. Чего? Я узнал, что такое FFA, только смотря твои стримы, Майк. Я тоже с FFA только по ним и познакомился. Раньше вообще не играли. Опять работа. Готово. Чего? Опять работа. Так, тут учти, что есть зеленые мелкие точки. Хорошо. На которых крипы с сетками и с отравлением. Нормально. То есть так просто не пробежать мимо них. Ай, блин, я же андед, но я рандомный герой. Да, да. Да ничего страшного. Да забывай каждый раз, радуюсь, андед, в койл мову и все такое. Сейчас еще палычи дадут, как ты говорил. Блейдмастер с арбой могут дать. А, ну и с удовольствием. Всякое может быть. А тебе фаерлорд, да? Ну, форсируй меня. Ну, первым героем ФС хорош. От судьбы не уйдешь.
жду приказать. Вам нужен мой шерф. Нормальные крипы, блин. Они очень слабенькие, но... Да-да. Бесят. Вам нужен мой совет. Вижу и помню. Мимо них вообще никак не пробежать. Да, господи. Владик, что случилось? Блин. Мои глаза открыты. Дайте мне доку. Вижу и помню. Дайте мне доку. Судьбы не уйдет. О! Так, что им брать? Наверное, Rain of Fire. Бери первый. Первый сплэш? Да. Мой совет. А потом Хауль. На нас напали. Судьбы не уйдешь. Секс Парадайз у меня. Мои глаза открыты. От судьбы не уйдешь. О, да, там уже движуха во все. Да, весело. Мои глаза открыты. Опять работа. Вам нужен мой совет. Да, господи. Не скучно, по крайней мере. Рядом эльф с декой. Чего? Вам нужен да. мой совет. Ой, что-то мне смс кто-то прислал. От судьбы не уйдет. Чего? Вижу и помню. Да, вот здесь. От судьбы Те, не уйдет. Ты знаешь слово смс? Да. Да, конечно. У нас они появились 2 года назад. Совет. Прогресс дошел. Будь ага. осторожен. У нас уже вымерли почти. Серьезно? А у нас говорят, что скоро ММС будут, и можно картинки отправлять даже. Да у вас ладно. Уже такая штука есть? От судьбы не да. уйдешь. Блин, вот сразу видно Германии. Здесь что, ты как у меня пасся, блин? Вам нужен мой совет. Мои глаза открыты. У меня тут упырь один. Так и будет. Я вроде справлюсь. Вижу и помню. А, нет, их двое. Нужен я из разных совет. Команд, ну ладно. Мои глаза открыты. Хитро, хитро. Чего? Ну, я пошел. Хорошо. Вижу и помню. Вам нужен блин, я совет. Так не поставлю базу. А, вон это как, ну, тебе теперь побежал? Хорошо. Мои глаза открыты. Эй, ну реально, их тут двое. Так и будет. Что сделаем? Да, господи. От судьбы не уйдешь. Чего? Да, господи. Двое, причем они из разных тим. Вам нужен мой совет. Но это их не смущает абсолютно. От судьбы не уйдет. Там у меня здесь тим, все против нас. Да будет так. Но я сейчас уже к тебе иду. Хотя, может быть, они из одной тим, но почему с разных сторон ты их прибежали? Да ладно, главное, что ты базу поставил, они тут вдвоем улыбаются. Вам нужен мой совет. Вижу и помню. Наш город осаждают Чего? Враги. Ну, я пошел. Мои глаза открыты. Вам нужен мой совет. Да. О, нифига себе, там нычка ставится у них. А вот это уже наглость. Мои глаза сейчас я туда сбегу, ты отвлекай, мочи. Одного ты без проблем. Ты не уйдешь. Вижу и помню. Что приказать? Не хватает маны. Вам нужен мой совет. Мои глаза на нас напали. Так, ну я пойду, все равно там нычку ставить тогда. От судьбы не уйдешь. Воистину. С твоим-то саппортом. Вам нужен мой совет. Пацаны подхватили этот троллинг клевый. С ММС по поводу пейджеры-то, что у нас появились. Почты электронные, да-да-да. От судьбы не уйдешь. Да ладно. Не, если серьезно, у нас, конечно, тоже отмирает ММС-ки. Не, просто не может слово СМС. СМС. Стройка завершена. Small short message или что-то такое. Смотри, ему попался. ДК и Лич. Я считаю, это нечестно. Это лакер. Просто банально нечестно. Будь осторожен. Эй, моя финда сейчас, блин. Ей некуда деваться. Со всех сторон подпирают. Сзади подходит еще. Сзади, когда это не больно. Хорошо. Я это предвидел. Да, ваше сядьство. Будь осторожен. Да, господи. Готово. Сокол, привет. Подумал, что это Майкер вытащил из его ФФА. Мои глаза открыты. Софа, не так просто не уйти. Я кастеров потихонечку делаю, чтобы пережить вот это все безобразие. Mm-hmm. От тебя
чего тебе стандартно все, да, ведь? Обсидианки, Т3. Мои глаза открыты. О, СХ! Слушай, я могу лечить теперь всех, и твои... Я тоже попёрла, как у того. Прям вот это очень хороший. Он мне очень нравится, особенно ФФА СХ, потому что... Какие бы герои не были, он в состоянии подлечить. Но... Кинь тогда хилку. Да. Давай потренируемся где-нибудь. Давай вот сюда вот. Потренируемся, покрепимся, да? Потренируемся. Потренируйтесь на кошках. А это уже все давно. Не-не-не, сверху вон, свободный. О, там идет во все три крепинг, смотри. Ой-ой-ой. Там и справа подходит. Ой, поаккуратнее. Да будет так. Ты зашел сейчас прям вот в самую... Да, я в самую мясорубку, по-моему, зашел. Вижу и помню. Меня мочи так никогда не мочили. Чего? Ну, я пошел. Да, да, нас напали. Хорошо. Вам нужен Майкер, лечи. А что лечить-то? А, вижу. Вижу и помню. Давай Грунцера тут возьмем. Вам нужен мой. Ой, совет. Же ты тут... Ой, эти элементали. И сверху еще один. Не-не-не, забей. Ой, там столько, блин, нет их на. Майкер. Ой, минус 4, давай. Телепортируйся, пока можешь. А тут я убегу пока. Просто хаос. Просто хаос. Ой, там еще пачка бежит. Куча таких героев встретилась. Мои глаза открыты. Я это предвидел. Ой-ой-ой. Чё-то меня... Ой, а мы пришли. Обули. Я отобьюсь. Изи. Вижу и помню. В атаку! Мои глаза открыты. Второй пришел. О, это похоже. Я следил за этим. Слушай, а здесь мне может понадобиться хелп. Ну я иду. Мои глаза открыты. Пока у него диспола нет. Как-то можно еще отковыриваться, а потом. Вижу и помню. Взглядами-то вообще сделать очень не уйдет. Кто на очереди? Вам нужен мой совет. Блин, их двое. Чего? Ну, вижу. Мне нужен твой ассист. Мне Тинкер попался, блин. Мои глаза открыты. Я готов. Что прикажете? Вы их опять вижу и помню. Я их двоем. А где обсидианки твои? Да еще нету. Кто не играет? Чем могу помочь? Вижу и помню. Хреново. Мои глаза открыты. Давай пожмемся тогда. Все только. О, Данпил пришел. Где ж ты пропадал, Данпил? Мы сегодня днем реально беспокоиться начали, что ты это самое... Давно не было тебя видно. Наверное, надо сдавать мою базу. Вниз отступаем, сражаться не будем. До обсидианок, до мортир. Не стоит, я думаю. Не туда отступаешь. Не туда, а, у меня есть ТП? Есть. Окей, сейчас. Хорошо. Я тогда тут понахожусь немножко еще, потому что они на меня пойдут. Что приказа? Ёпта, красота. Немножко пошли. Наш герой, да, мой друг. Ваша. Мои глаза открыты. Ну хорош. Он еще окружать. Будь вздумал, осторожен. Представляешь? Ну все, я его окружил. Отлично. От второго там не так много осталось. Я здесь чуть-чуть помогу. Чуть-чуть. Чем могу помочь? Мои глаза открыты. Так, осторожно, там обсидианка твоя, мы подкрепим. Вопросы? Блин, присты вообще не живут. Да. Какой ну бас. Мои глаза открыты. Тебе нужна моя помощь. От судьбы не уйдет. Трепещите, враги! Ту-ту-ду-ту-ду. Вам нужен мой совет. Вот что-то. Да, господи. Судьбы не уйдет. Так, забей, лечимся. В чем проблема? Ой, сверху опять что-то подходит. Дело это. Опять сзади. Да ёпрс Т, у меня ТП нет. У меня есть хип, этот, лечение. А, передам. Ты такая ко мне, к моему питлорду. Бежал, бери. Последний хитар. Да, ну а толк.
Я все равно падаю. Твой СХ, СХ, СХ. Да, СХ, что он тоже сделает. Короче, надо... Я восстанавливаюсь, в общем. Все плохо. Ты отступай, держись у себя. Хорошее настроение, все дела. Хорошо. Чего? Готово. Для мортирки и катапульта. Без мортир вообще смысла не было никакого. Мне там отдаваться. Пусть они убьют мне базу. Ну, я пошел. Пусть, пусть, пусть. Опять работа? Чего? Я несу исцеление. Что-то я... Что, что, что? Как-то с этими героями мне... Фишка не идет. Ничего, ничего. Так, тебе золото нужно? Лес мне нужен. Мне подвластно. Чего хочешь, зайка? Ну, могу подкинуть. Укажите цель. Спасибо. Тебе нужна моя помощь. О, слушай, они нычку не стали добивать меня. Чего хочешь, зайка? А у меня сейчас мортиры будут с картечью. В чем проблема? Ну что ж, приказывайте. Так. Я готов. Орудие к бою! Прикажете открыть огонь? Четыре мортирки есть. Здравию желаю! Я не с чем я могу помочь. Ресты с эндерфайром скоро. Я готов. Провижу грядущее. Форсир, правда, этот убогий. Дерево насчет, это у меня сейчас куча гулей. Прикажете они тебе быстро накромсают, что надо. Укажите цель. Не так быстро, котик. Так. Судьбы не уйдешь. Что делать там? О, смотри-ка, дриадка пошла. Я к тебе иду. Иду. Дриады бегают туда-сюда. Не завершено. Странно. Здесь, по-моему, битва была. Ой, давай туда. Давай. Ой, там и орк, и андед. Да, химерочки. Фаерлорд у кого-то есть. Нужен мой совет. От судьбы не уйдешь! Мои глаза закрыты! Чего хочешь, Зай? Ты первым героем-то не беги! Я смелый форсир! А сеточки-то нету! Нету? Пока что нету, но она уже делается! Не так быстро! Ой, тинкер тебе! Да правда, судьбы не уйдешь! Вопрос. Что делаем? Валим? Сеточки нет, химеры. Твой герой что-то этот. Да, я лучше телепортируюсь, потому что прости меня. За все. Нормально. Не так быстро. Ну кого-то там поубивали, вроде как. Но... Фатма. Фатма хороша. Мортиры, финды. Может зайти. Приступай. От судьбы не уйдешь. Чем я могу? Так. Нужно действовать. Вижу и помню. У меня есть степи. Могу куда-нибудь прийти. В чем проблема? Давай куда-нибудь пойдем. Ну что ж, прикольно. Туда же? Сетка есть на этот раз? Да. Давай тогда туда же. Если хочешь, мне можешь контроль тоже дать. Хорошая идея. Укажите цель. Чайнер Флайер еще. Доделается. Как доделается? Будь осторожен. В чем проблема? Иду. Судьбы не уйдет. Заходим. Ой, ёпрасоте! Фатма быстро зашла. Быстренько масс, Фатма. Давай чуть-чуть назад, чтобы можно было этого. Мочить. Судьбы не уйдет. Блин, такой фокус, конечно, дефит. Ой, Майкер, Что-то. Да вообще, да. Моего этого мочит героя. Я телепортируюсь. Ну, окей. Чем могу помочь? Ой, моих финдов отфиндовали.
Что-то мне в миксе не нравится в моем. Не архимага дали, он не успел выйти. Вам нужен мой совет. Ну держись там. Ну не, у меня тут нормально. Мои глаза открыты. Я особо никого не терял, кроме героев. Так-то. Все отлично, можно сказать. Я где-то суплаев 50 потерял финдов. Да? Надо было реально хитом драйвить после сетки, получается. Вам нужен мой совет. Может, став купить? Помогает, говорят. У хуманов же хороший став или как? Ну, пойдет. Да, чем никакой став у орков. Ну вот у меня архимаг попался, смотри. Да? Так это же изумительно. Может там некросом банши? Хорошо. Или не стоит? Банши играть. Банши вообще вещь хорошая, если честно. Кажется, они подтягивают. А, Шейдан Шейдл. Это в гляделке играет, никто сделать ничего не может. Мои глаза открыты. Это... Прикажите открыть огонь? Не увидел. Да, господин. Готово. Чего? Да. Угу. Хорошо. Ну что, опять идем отдаваться? Как ты настроен? О, здесь смотри. Исследование завершено. А, они смяли просто, получается. Вижу и помню. Я могу сверху аэроникусовскую нычку мартирку подолбить пока что. Подолби пока что, а я нижнюю. Ну что ж, приказывайте. От судьбы не уйдет. Покажите цель быстрее. Готово. Иду, иду. Вам нужен мой совет. От судьбы не уйдешь. Готово. Мои глаза открыты. Отлично. В чем проблема? От судьбы не уйдешь. Так, ко мне пришли. Довольно много, эй, блин, воздуха. Много, но у меня финдов много. Ты смотри, это твои мартиры. ТП или не ТПМ? Я пешочком думаю, нет. Ну ладно. Да. Уже это, минус. Ой, ой, там трындец, конечно. Мартиры, например, сейчас и будет. Вижу и помню. Ну лучше здесь принимать бой, да. Все-таки. Так и будет. Не подходи туда, пусть. Да, я ничего не мог сделать. Потому что я кривой. Я готова. Чем я чуть назад. Вам нужен мой совет. Чуть назад. Покажите цель. Чем могу? Вообще, какой-то фарш. Да. Фаршик. Ой, моего героя минусует, я ТП. Майкер ТП. Да. Вижу и помню. Я делаю горгов тогда. Да там панда. Покажите цель. Не уверен, что поможет. Ну туда остаюсь на этих, как называют, финдов. Финдов с панчами. Мои глаза открыты. Блин, у них армия хорошая. Они фокусят сразу героем. От судьбы не уйдешь. Наш город осаждают. Да блин. Не дали даже. Нычку восстановить на халявку, и реинфорсмент с ареникусом там ставят базу. Или финдов делать. А мне идут. Не финдов, чего, как называется? Горгов. Вижу и помню. А, у тебя танки? У меня танки, но... Мне ТП делать или как? Ну да, если я тут умру. Когда мы проиграли? Да, может чуть-чуть их внутрь заманить? Чем просто был? Я не знаю, куда мне ТП делать. Ну, нужно действовать. Чем я могу помочь? Наш герой погиб. Да, я очень много наотдавался, к сожалению. Вот, видишь, пацаны, какие молодцы. Убивают просто, берут, убивают. Как Исландия убила. ГГ. Сори. Сори, я хреново сыграл. Вы там держитесь. Да, да, да. Так и есть. Давай 2 на 2 простой. Тебе не понравился ФФА? Не, ну для этого, как его называют? Для разнообразия? Да. Ну пацаны-то ждут. Ну ладно. Да, ну ладно, пошли тогда в ФФА. Так тот же геймнейм? А, должно быть, да. Ну я уже вошел. Меня выперли. Может, не узнали. О, не-не-не. Дампил.
Бросай эту карту. Гоу поменьше. Это карта на 2 часа сразу же. Сокол, а ты слышал, кстати, про футболиста Нойштаттера? Он, по-моему, за сборную России играл. Ему дали гражданство, потому что его выперли из сборной Германии. За что? Ну, потому что краб. Так. По-моему. Так. Что-то было так. Так, goodgame.ru нету. О, есть. Я к тебе в 12. Давай. Элдер, по-разному. Так. Чем Сокол от Хавка отличается? Расой. Ну и крутостью. Ну ты застал Хавка еще, когда играл? Да я как раз уже тогда заканчивал. Но я его знаю. Тогда уже знал, он тогда хорошо играл много. И сейчас, по-моему, он вообще нормально стал играть. Он уже в инактив ушел. Успел уйти. Да? Угу. Он же играет каждый день. Откуда? Ты ничего не путаешь? Хавк, который... Хавк. Да. Да. Уже нет. Ага. Так, все уже разбрелись. 6, 1, 1, 6, 5, да, вроде нормально. Или 10, 5. А газон там с рекодингом никак определиться не могут. Все, определились. Да? Фаст. А, 6 без стимы нет, с тимой все нормально, поехали. Города союзников рядом, так что должно быть получше. Замочим всех. Лол про скилл, у тебя Яндекс браузер? Признавайся. Браузер берите, Chrome, Mozilla, Firefox или Internet Explorer. Насчет Internet Explorer, знаешь, да, это как он себя всегда чувствует, когда ты заинсталлировал, ну, установил Windows и включаешь Internet Explorer только для того, чтобы скачать Chrome или Firefox. И это ты как себе представляешь, типа вживую это ты заставляешь кого-то копать себе могилу свою же. Да, но выбора нет. Выбора нет. И он такой бедный, Internet Explorer так копает могилу, как никогда не копал. Слушай, а мы опять не совсем рядом с тобой. Да. Может быть, это особенность карты такая. Но уже ближе, можно замочить того посередине. Да, это не совсем честно, не совсем справедливо. Да, расположение, так, говорят, не очень. Плюс-то для нас, так что все честно. Да, скорее всего, Саш включался в флешплеер раньше для пользователей Яндекс.Браузера, и у них с Media Source Extension в HTML-плеере все еще проблемы. Короче, это не проблема конфетки, а проблема браузера и технологии. Никто ничего не понял, так и задумано. Так что не стоит это пытаться форсить править. Я лучше посмотрел в сторону... Ну, ты же видишь статистику сейчас. Готово. Так, ну чё, Майки, как будем делать? Готово. Так? Или... Я думаю, так сначала легкий крипинг, например, вот здесь вот ты, или вот здесь вот. Ну, лучше сверху. Угу. А потом к нему. Окей, ты виспов строй? Строю, да, строю. Ну, у тебя это дерево руками не двигало, я сразу... Да, я кликал по карте. Озбин Рил Рил. Я просто очень много раз отвечал сегодня на этот вопрос по поводу Ведьмака. Если коротко, следите за анонсами. Он будет либо завтра, либо уже на следующей неделе. Готово. Из-за поездки и из-за коопа, который предстоит еще. А, поездка у вас там что-то стриминг будет, да? Какая-то? Стримфест. Стримфест. Когда? На выходных? Как Октоберфест, только без пива. Да, на выходных. Ну, отлично. Окей, а мне Хуман уже пришел. Круто. На город наших союзников напали. Вот здесь Хуман. Недостаточно зона. Я Тинкер. Mm.
А мне? У меня опять мой питлор. Ваш ход. Мой лук всегда со мной. Хорошо. Готово. Бью без промаха. Так. Ой, меня опять давят двое. Да вот, укажите, что за люди, а? Сейчас я... Наши воины... Мне к тебе стелепортироваться, наверное, с этим, да с парой висков, да? Сам... Ну, я пешкарусом пошел тогда пока что к тебе. О, я панду запер. Жду приказ. Иду, иду к тебе. Пару виспов веду. На город наш. Раз уж так агрессивно на начали, надо. Опять запер. Молодец. Я всю армию запер, Майкер. Расстреливай, расстреливай. Зря, кстати, ты поезжаешь. Мой лук всегда со мной. О, я могу Кумана тогда. Майкер, я всех запер. Напрячь. Жду приказ. Слишком много. Так, ты бежишь ко мне или как? Я... С Хуманом сейчас... Блин, неудачный залп, конечно, поставил. Сейчас еще минусную часть сделаем. Покажите мне путь. Не проблема. Майкер, блокируй виспами, Майкер! Да я же не же это же. Дай мне контроль просто. Покажите мне путь. Я там тоже контролю, поэтому... Ваш ход, мой лук всегда со мной. Укажите мне путь, ваш ход. Да, зря ПТП, да хотя не зря, лишь убил у него всю армию. Такую ловушку сделал по красоте вообще. Мой лук всегда со мной. Как у тебя там дела? Я что-то бегаю как дурак, но вроде неплохо. Смотрите, я окружаю. Наши воины вступили в бой. Извини, ваш что ход? Сомневался. Укажите мне путь. Что там у тебя? Отлично! Мой лук всегда со мной. Обороты в норме. Меняю! Укажите мне путь. Ой, тут лич, нифига себе. Да-да, он меня хорошо пробил. А, меня сейчас тинкер убьют. Ваш ход. Мой лук всегда со мной. Укажите мне путь. А может и нет. Мой лук всегда со мной. Укажите мне путь. Жду не, приказ. Не убьют. Мой лук всегда со мной. Ну их что-то ваш много, я пошел. Угу. Обороты в норме. Поехали. Жду приказа. Мой лук всегда со мной. Жду готово. Приказа. Ваш ход. Во имя лунного света. Стреляю. Хорошо. Жду приказа. Ах. Ваш ход. Мой лук всегда со мной. Как у тебя там дела? Ну я что-то подхорашиваю тут. Жду приказа. Ну отлично, потому что лич здесь тренируется. Крепуется. Обороты в норме. И есть, я сделал ласт хит. Крантом. Ласт хит на крип. Готов. Я бог. У них все еще ты один. Я слишком наши воины. Да, они массуют. Массовики затейники. Укажите мне путь. Ну, у тебя нормально, да, все? Мой лук всегда со мной. Ну, было бы лучше, если бы я крипился при этом. Карту готов! Я готов. Да, ладно. Я сомневался, мне телепортироваться или нет. Все-таки второй уровень с другой стороны. Жду приказа. Мой лук всегда со мной. Ни слова больше. С другой стороны, жалко. Ваш ход. Жду приказа. Интересно, а опыт будет тебе идти, если я криплюсь? А у меня героя нет. Я тогда тебе прокриплюсь. Ваш ход. Жду приказа. Ваш ход. Клево, да? Напали, как у тебя там левелапчик есть? Хорошо. Мой лук всегда со мной. Жду приказа. Ни слова больше. Ваш ход. Слишком просто. Мой лук всегда со мной. Напали. Смотри сюда, хорошо. Я здесь так сбрил всех. Сплэшем? Да. Что-то они здесь трое против одного, по-моему. Тоже не сильно честно. Мой лук всегда со мной.
Ни слова больше. Наших союзников напали враги. Хорошо. Ой, они уже и рейдеры пошли. Готово. Хорошо. Мой лук всегда со мной. Ни слова больше. Укажите мне. Мой лук всегда со мной. Не проблема. Что там? На город наших союзников. Укажите мне. Так, я базу ставлю. Креплюсь понемножку. Мой лук всегда со мной. Угу. Исследование завершено. Ну и что-то меня минуснули. Так, ставлю нычку, иду к тебе. Окей. Третий тинкер есть. Укажите мне путь. Мой лук всегда со мной. Ну хорошо, меня поджали. Да, но ты же один там. Укажите с двумя этими товарищами. Мне два питлорда. Да-да-да. Это бывает. О, Таурен. Так, Майкл, ты сейчас сюда придут, они все смотрят. Я одного беру на себя уже, все нормально, не кипишу. А, они двое здесь вообще. Не можешь еще золото подкинуть? Воу-воу-воу-воу. Ой-ой-ой, телепорт или что, у тебя нету? Да, телепорт есть, конечно. Укажите мне путь. Хорошо. Жду приказа. Напали, все нормально, не переживай. Это было почти по плану. Наши воины вступили в бой. Ой, их много. Я снова иду к этому Хуману. Но у него там на... Так, я могу стрелять... Не, не надо телепортироваться, наверное, да? Я к нему лучше подойду. Давай. Исследование завершено. Подойду и буду убивать. Готово. Ваш ход, мой лук всегда со мной. Укажите мне путь. Чем могу ускорить? Ну, хорош там, да? Укажите мне путь. Лично! Так, он бежит снизу, Майка. А, они отвлек, да, значит? Все хорошо. Наши воины. Я Ц2 не могу ничего делать, потому что они меня палят. Привет. Хорошо, пожимай. Парни, молодцы, блин. Что случилось в наших лесах? Что произошло? О чем шумят деревья? Надо вдвоем как-нибудь встретиться и пойти. Это да. Что приказали? О, по красоте, молодец. Чем могу выпалить? Да, ну что-то не впечатляет меня такой расклад. Они опять на меня идут, да? Что приказали? У меня армия вообще ноль. У тебя хоть нычка есть. А, сейчас они ее сбит, блин. Да. Я готов. Священная роща. Что случилось в наших лесах? Привет. Да, их много. Что случилось в наших лесах? Майкл, не иди. Ну как не идти, это же экс. Привет. Я просто чем могу быть полезен? Как я люблю. Ой, там уже паладин. Я могу через минуту телепортироваться. У меня, правда, только 4 юнита будет. Я пока подержусь немножко. Какое-то время. Наши воины вступили. Привет. В исследование завершено. Что случилось в наших лесах? Я надеюсь. Я держусь пока. Привет. Ой, хорош. Вот то, что ты его отвлек, это прям мега. Готов. Мега круто. Что случилось? Спасибо тебе за это. О чем шумят деревья? Привет. Что произошло? Так, орк очень битый к тебе идет. Я за ним. Я наточил топор. Урена восстановили. Что случилось? Паны там вообще никакая. О чем шумят деревья? Да, но у него палыч. Слава леса. О чем шумят деревья? Ну ты там... Все нормально. Получается, чем, да? Все получается. Что произошло? Охота начинается. Там на последних хинтах панда уходит. Блин. Мой лук всегда со мной. О чем шумят? Здесь то очень плохо. Что случилось в наших лесах? Так, Таурен второй. Что произошло? Жесть такая вообще. Экшен идет непрерывным. Там ульча есть мана? Нет, пока, да?
чем шумят деревья? Исследование завершено. Привет. Я готов. О, сейчас лечевка там будет. Что произошло? Отстреливать. Что случилось в наших местах? Я ТП должен был. Молодец. А, у меня ТП нет, кстати. Я к тебе иду. Что случилось в наших местах? Да, если мне еще одного петлорда дадут, я буду рад. А вот, кажется, двух героев одинаковых. Ой, трех раз не может быть. Что произошло? Так что... Блин. Я готов. Привет. Так, а что у меня тут? Кто? Да, дерево? Интересно. У этого с собой соберем? Что случилось? Рейдера. Да, надо было. Скоро медведи будут с Грейдом. Меня. Да, рейдера не сможем. Я возьму ТПМ. Что случилось в наших лесах? Попробую. Надо сейчас Фуму добивать, пока у него кастеры не вышли. Что произошло? Можешь чуть-чуть золото подкинуть, стольник? Да, да, да. Все. Что приказали? Пойдем на этого, может? Нет, ко мне на экс пойдут. Священная ручка. А, ну все. Блин. Привет. Не, правда. Я прикус, стараюсь как-нибудь там. Люблю. Ок, криплорд, тоже нормально. Что случилось? Так, Майкер, я его отвлеку. Я его рабов побью. Блин, он базу не просто убьет и всем скотинам. У нас мало времени. Майкер, ты смотри, только не... Нет, а что я могу сделать? Сливайся. Привет. А это как не сливаться? Ну, не умирай, не умирай. Я у него... Я Хумана вынес, вынес. А, окей, я тогда помансю. Ну как помансю? Медленнее буду умирать. Что случилось в наших лесах? Ну, зря я медведя начал делать. Что произошло? Что прикажете? Сведай его, как я. Привет. Он возвращается к тебе. Личку мне убили, но... Привет. Что случилось в наших лесах? Привет. Ну он вообще никакой. У него сейчас это минусуется. Я готов. Что прикажете? Исследование завершено. Отличный план. Привет. Очень хорошо. Главное здание. Есть. Что случилось в наших лесах? Славу леса. Охота начинается. Я могу этот сделать. А зачем? Вот так. Круто, круто. Я вот так могу сделать. О, это вообще ништяк. Торин третий. Что случилось в наших... Прям под Риадом стреляют по нужным. Вообще контролят, пацаны. Ну, лич минус. Привет. Добиваем. Сразу ставь у него базу. После этого надо между сразу ставить базу. Мы очень много внимания и времени на них потратили, так что... Можем отлететь. Панда. Да, они уже никуда не уйти тут. Просто собирай экспу. Недостаточно золота. Обороты в норме. Я пойду направо тогда базу ставить. И крепиться. Не стоит сейчас время на них тратить, поверь. Поставь одну базу, поставь вот здесь вторую базу. И может быть даже вот третью тут заказать. Что... Мы реально очень далеко. Отлично. Сейчас. Да, я уже ставлю. У нас мало времени. Что случилось в наших лесах? Не буди его мне, зверя. У нас мало времени. Что прикажете? Привет. Что исследование происходит? Завершено. Хоть отошли чуть-чуть, блин. Временно выглядело уже ужасно. Угу. Мы сливаемся, блин. Обороты в норме. Привет. Че там? Чем могу быть полезен? На соплях оттащили. Но еще не пройдено, тот не вышел. Да-да-да, там спасались рабочие, я видел. В некоторое время они на нас уже не будут нападать. Что случилось в наших лесах? Что все получше. Колодец. Что произошло?
Так. Две базы запилил. Может, бобца чуть-чуть подкинуть? Там шумят деревья. 200. Готово. Обороты в норме. Что произошло? Оставлять следу. Чё там? Чем могу быть полезен? Ковырян четвертый. Нормальненько. Пошел процесс. Что прикажете? Самолетом энергии. Отличный план. Я посмотрю, что... ДК поймал? Что говоришь? Ты ДК по второй, третий герой? Не-не-не, у меня пока еще нет. У меня только деньги на него появились. Ну а третий герой мне очень нужен. Уже два героя почти 5-5. Спута надо куда-то девать. Что произошло? Недостаточно в наших лесах. Чё там? В центре там вовсю люди убивают. А, он телепортируется. Хорошо. Ого, здесь такой. Там такой нежданчик. Йо, красота. Как у тебя там? Поймали за одно место? Я телепортируюсь. Там газон. У меня панда третий герой. Таурен и панда. Вообще отлично. Я не жалуюсь ни в коем случае. Я даже доволен. Даже как слон. Не оставлять следов. Что произошло? Обороты в норме. Единственное, что антиэра что-то вообще нет. Ну я бистери строю сейчас. Как можно больше. Угу. Готов? Привет. Что произошло? Что случилось в наших лесах? Эй, мне бы арбу красивую. Я возьму. Ну, заходи, твою арбу. Да, заходи. Он со сплэшем работает, как ты думаешь? Не-не-не, это орб эффект, он не работает со сплэшем. Что случилось в наших лесах? Не хотел тебя расстраивать. Что прикажешь? Конечно. Уже. Привет. По славу леса. Что произошло? Меня будить. Ну все, я иду к тебе. Давай. Сейчас я тебе все-таки куплю арбу для третьего героя. Наши воины вступили в бой. А кто там к тебе? Ой, ко мне пришел. А Иреникус опять что ли? Патри. Не дай себе засохнуть. С радостью. Ладно, я пешочком туда. Давай к нему тогда сходим, чего он там выпендривает. А, у него масса этих, масса вышек. Ну, ему вышки-то я ауэ могу смочить. Чем? В бой. Что случилось? У меня два раза Rain of Fire. На город наших союзников напали враги. Я что-то не очень верил в успех. Да? Охота начинается. Ведаем его, друзья. Наши воины вступили в бой. Что случилось в наших лесах? Уже в пути. Лайта Моркенна. Ладно, пошли, попробуем. Можно вот это вот взять, точку. Там хорошие драконы огромные. Пошли. Готово. Чё там? О чем шумят деревья? Конечно. Карту готов? Привет. Только надо отвести героев пятого левела. Я вижу, у тебя у меня такие есть. Отвел. Исследование завершено. Ты меня уважаешь? Привет. Так. Что случилось в наших лесах? О чем шумят деревья? Дракон, конечно, со сплэшем с этим. Дикий. Шумят деревья. Что случилось в наших лесах? Так, а что мне здесь? Таурен пришел. Ты меня уважаешь?
Так, это Том оф Пауэр, это... Я возьму себе на пятого. Хорошо, героя. Давай. Там пришел снова этот... Орк. А, чё с орком-то делать? Привет. Что произошло? Привет. В чём шумят деревья? Что случилось в наших кустах? Что приказали? Что произошло? Что прикажете? Он шумят деревья. Не дай себе засохнуть. Он шумят деревья. Привет. Будем штурмовать его. Личку не хочешь здесь поставить? Я сейчас себе возьму эту. Привет. Ой, да, я пошел личку. Я в центре тогда я поставлю еще базу. Ну, там, где мы закрепили. Есть этот... Так, так, так. Дерево для меня. Дерево? Очень, очень, не очень. Много? Ну, очень мало. А, очень, не очень, мне пожалуйста. Очень, очень, очень. Очень. О, Майкер, очень, очень, очень. Лайта Моркена. Так, ну заливай тогда. Что случилось в наших лесах? Ты лезешь, да, сразу же? Ладно, поехали. Куда лезем? Что произошло? Что приказали? Ну ты занимаешься героями, я башней. Окей, договорились. Все. Одну мы уснули. Я готов. Ты меня уважаешь? Что там? Ради чести. Да! Я готов. Ах ты смотри, как он сверху выходит. Он. Сейчас мы его возьмем. Привет. Так, я тогда не буду, наверное, делать прям вот гиппосов, как анти-эйр. Я лучше... Ну, потому что у тебя батки есть, я могу тебе деньги дать. Телепорт делай второй, обратно. Не, это панда. Вон он. А. Я хорош, его... ну. Не дай себе засохнуть. Прекращай, ну. Лечебный эликсир выложил. Все, справились с этой первой парой. Че, базу не поставил? Соколик. Где база? Ну вот здесь, я думал, ты поставишь. А я вот здесь начал. Ладно, поставлю все, все, все. Не сразу тебя понял. А, у меня дерева нет, поэтому... Ну я за Шреддером пошел, но... Шреддера нет. Приходится так выкручиваться. Не, все, я поставил. Нормально. Нормал дым. Ну все, пошли дальше. Вот на мы... его... Я бетками уже туда. Сейчас. Конечно. Это Данпил вообще, это не тот, который его союзник. Готово. Ну, нам, в общем-то, не должно... Не должна быть большая разница, но тем не менее. Слушай, а в центре много всего интересного, я тебе так скажу. Да? Да, очень что много всего интересного. Ладно, пошли в центр. Не-не-не, я уже купил, все-все-все, все в порядке. А. Привет. Я уже купил корону, амулет, ресторейшн. Таурен такой возвращается, так преобразился он. Улыбка на лице. Щечки розовенькие, довольный, как слон. Так, а дальше у нас товарищ с ником Ц. Привет. Что приказали? Слушаюсь, можно. Выпить хочешь? Эти все парни. Что случилось в наших лесах? Ой, Паш, понеслась, смотри-ка. Работаем? Да. Я считаю, да, надо. Надо. Давай, Таурен стоит хорошо. Сейчас инфернальчик еще сверху кину. Оп. Сейчас еще притопну снова. Оп. Ну, как бы вот, вот и закончился жук. Еще стомп, еще герой. Панду сейчас убьем, он без ТП еще пришел. Не дай себе засохнуть. Ну, Таурен, дисбаланс, чертов. На самом деле. Привет. Что произошло? Очень герой такой. ФФА полезный. Наши воины вступили в бой. Шумно, словно рысь. Чем могу быть полезен? Я тинкером на шестом пассивку взял. Ты меня уважаешь? Страта такая прикольная. Обороты в норме.
чем шумят деревья? Золотой готов скорый сам. Ой, сколько огня. Жесть. Очень-очень круто. Эффектно получается. И дамага очень много вносит. Исследование завершено. Блин, почти шестой. Ну, не стоит вообще останавливаться на достигнутом. Надо сразу там брать и бежать дальше. Кое-как там подхиляться. С радостью. И шумно, словно рысь. Че там у тебя? Сейчас. Конечно. Недостаточно мало. В центре. А, ерунда, в центре. А дальше кто? Эльф газон убивает какого-то хумана. Ну все, пошли добьем. Или можно эту нучку быстро взять с собой. Как хочешь, на самом деле я. Ну сейчас его здесь. Там алхимик шестой бегает. Продает всяких. А дальше у газона все хорошо, у него центральная база, он там тоже убивает кого-то. Блин, я и на шестом таурену взял. Взял третью ауру. Но, кстати, это может быть и для 2 на 2-то и полезным. Все равно никто не убивает. О, там армия пошла, газона. Будем? Мы с ней не справимся. Ну, давай чуть. Справимся. Там сзади этот упырь, смотри, алхимик. Что прикажете? Не буди его мне, зверя. Ах ты, скотина. Что произошло? Лайта Моркен. Ладно, поехали. Что случилось в наших лесах? О, газон пришел. Чем могу быть полезен? Панда седьмая. И он телепортируется, вот Массейр. У него 7-7-5. Очень хороший герой. Прям очень хороший. Так, давай я делаю химер, а ты баток. В любом случае убьем. Убьем. И... Выберите другое место. Че там у тебя? Что случилось? Ну, дерева нету до сих пор. Сейчас попробую. Тут всегда дерева не хватает. Пока ты шедру не купишь, дерева не будет. Когда начинаешь? Конечно. Просто так. Так, тут газон ставит очередную базу свою. Половина твоей армии потеряна, но я тебя отправляю за тобой. Какая именно? Уже смотри. Ну я отправил уже, за тобой побежали. Вон Мишка стоит. Воу-воу-воу-воу. А, Мишка-то это да, у Мишки миссия была. Мишка, о, это плановый. Нас. Стоп, не будем нападать, подожди, давай перегруппируемся. Надо там взорваться хорошо. Ты батками не на тех, на... ну хотя, ладно. Ладно, нормальным. Привет. Что случилось? Будем сражаться. Ну, можно. Давай, поехали. Чем могу быть полезен? Ой, как там много, класс. Хочу-то, где Таурен? А, Вуду! Вуду отступаем, мы не достанем до него. Что случилось в наших местах? Мы до него не достанем. А где батки-то? Взрывайся, взрывайся. Все, экспан. За качество отвечаю. Буду включила всех баток, но я их не выснула. Они хорошо. Слушай, я такое делаю. Давай, беги, беги. Тут просто фарш, огромное количество всего. Буду вообще было по красоте. Да. Батки только начали влетать, и он включил Буду, прикидываешь? И они получились все в середине гиппогриппа. Ну и ничего такого не получилось. Страшно. Да. Просто страшно. У меня нет тут дерева, ни копейки. Копейки, куча миллионов. А дерево ноль. Что случилось в наших лесах? Так, что ж делать там? Вот что строить-то? Скажи мне, пожалуйста. Я не знаю, но я бегу к тебе. На последних хитах. А, ой-ой-ой. Больше бестиариев можешь запилить, а? У меня дерева нет, ноль. О чем ты на дереве? Ой-ой-ой-ой. Беги наверх. О
Просто нам нужно сейчас прям вот очень нужно сейчас все четенько отбиться. Привет. И отбиваться надо батками, к сожалению. По-другому, ну никак. Я пытаюсь. Просто взрывайся и все, взрывайся, как никогда не взрывался. Угу. Привет. Просто постоянно строй, летай за ним. Я могу денег тебе дать. Но у тебя денег должно быть вообще. И денег у меня навал, у меня не хватает этого дерева. Ну сейчас у меня. А вот они нормально. Как раз. Дай контроль, а. Я что, не дал? Я предлагаю потихоньку собираться. Блин, трындец, там столько народа у него. Отдаем центральную базу нашу. Да, надо закопить эти. Именно так. Не дай себе засохнуть. И дерево чуть-чуть. Исследование завершено. С радостью. Ну, я соточку делаю, но... Священная роща осквернена. Там к Сахе надо как-то прорваться будет. Да, его надо. Ну, я могу сейчас попробовать батками залететь так. Ой, слушай, тут... Я готов. Оборвайте в норме. Ты меня уже... Я могу быть полезен. Карти готов? Это козлина. Отлично. А, не здесь. Подожди. Аккуратненько. Отступаю в сторону моей базы. Карти готов? Что прикажете? Давай, поехали. Опять. Отходи, да. Майкер. Да. Назад. Нету шансов наши там. Не дай себе засохнуть. Обороты в норме. Выпить хочешь? У меня весь лимит. Мне тоже весь лимит скрылит. И то Ориен сейчас у меня умрет. Да, это где ж? Видишь как? Газон-то. Стабильно, красиво, да. СХА решает. Давай, всем ГГМ. Поехали. Фига. Вот они на первом, на втором. Газон туп один. Хорош. Не, СХА я даже не ожидал, когда он Вуду включит. Ни одна бетка не вошла. Это красиво было, молодец. Их там надо стягивать как-то. Потом врезаться всем в сплэш. Там Хекс, например, был бы, например. А, нет, ну там просто он слишком далеко, понимаешь? Ну Хекс, конечно, достанет, но Хекса не было. И стана только Таурен, Инфернала нет, чтобы можно было как-то закинуть, да и то он не такой ренджовый. Ну вот Сайленсом, да, если бы купил став Сайленс, то можно могло бы... Ну там на самом деле все равно что-то мы быстро все потратили, потеряли. Мне кажется, у нас там тупо лимита было поменьше. Да, у меня было беток, 80 сапплаев, только бетки. Да? Но я их просто потерял, я влетал, они вот секунду до того, как они взорвались, он включил Вуду, и получается бетки все остановились, и хипогрифы их все сбрили сразу. В этом проблема. Угу. Что, хочешь еще ФФ-шку или двашку на двашку? Надо же выиграть ФФА все-таки. Ну давай, а то last. Как-то не дело. Давай. Тот же геймнейм или как? Должно быть, да, но я пока не вижу игры. Хм. Парни спрашивают, у меня Warcraft на немецком, у меня Warcraft на английском, и у меня же стрим идет, там можно все слышать. Не, игры нет пока что. Угу. Ну, сейчас подождем минутку, если не будет, то 2 на 2 катнем. Моя девушка есть. Подключилась. Слушает. Привет ей. Привет тебе. Заходи. Она слушает твой нежный голос. Твой приятный. Наиприятнейший голос. Я что-то не могу зайти. Да, там газон мешает. Ты пытайся, ты не сдавайся. И все будет. Есть. Вот. Видишь как. Какая команда ты? Третья уже поставила, все нормально. Один. Данпил только один в первой команде. Роди к нему присоединился вроде. 7-7, 5-5, 9-9, 3-3. Так, 5, двое или трое? Двое. Стрем оф ПЛЗ. А, нет, еще один там, 6-й, 5-й. Не определились.
Или все ок? Ты не видишь там как? У меня все ок. Там три человека в девятой команде. 9-9-6-6. Да, точно, Infinity. Кто-то в пятую команду должен уйти. Все, по-моему, да? Исправили. Да, вроде похоже. Поехали. Да. Майкер, ты же в курсе, я летал в Россию. Когда? А, ну да, ты летал же на этом, на свадьбе. На самолете. Же, на свое. Или как? Нет? Не, к родителям моей девушки. А, к родителям. Чего? Да. Так было вообще. Что, вы не поженились еще? Нет, Майкер. Засранец. Подставил тебя. Тебя ждет сегодня интересный вечер в разговоре. Да. Почему ведут эти отношения? Подсказка ключевых фраз. Ну... Майкер, давай это сменим тему. Я тебя чем-то не устраиваю, да? Личность, женская особь очень это заинтересовалась. Солнышко. Он сказал то, что хорошо, что я тебя люблю. Готов к раму. С удовольствием. А? Да. Я знаю. Пойдет. И так сойдет. Готов к раму. Так, смотри, мы с тобой вчетвером на острове. Дело сделано. Ну, у меня хуман можно с милишей. Так надо было бежать быстрее. Отдых. А, ну, поздняк метаться. Уже, наверное, да. Готов к алам. Чего хочешь. Хорошо. А так-то да. Сделай. Так-то можно было. Есть, кстати, хорошо магическую вышку влепить. Там готов проходов много, она простреливает всем. Да, с удовольствием. Угу. Готов к алам. С тобой вчетвером на острове. Это, конечно, фраза. Вопреки логике. Давай сбегаем куда-то, у меня герой сейчас появится. О, Майкер, вечный станс. Слушай, давай лучше на верхнего на Джокера. Орбе, да? Да, я, наверное, Жуков возьму. Не ой, понял. Много? Что-то вообще это перебор. Откуда третий-то пришел? Я бы забил на этом месте. На сражение, ну хотя... Не, ну реально, не стоит. Слышал зов. Говори. Что он назойливый какой-то вообще. Время уходит. Может он вообще к нам на базу придет ментами. Еще. Добежит. Я слышал. Эй, Майкл, здесь тоже ко мне пришли. Ооо, беда. Так, надо мил, надо вышки. И, наверное, надо. Сначала Т2 сделать с катапультами, а потом уже я слышал зов. Что-то предпринимать. Несомненно. Ну ты как быть? Что надо? Есть идея? Нам делать, как нам быть? Да, слева, ну слева я еще одну вышку поставлю, мне допустим. Да я вот здесь ставлю. Я слышал прям зов. Такой центр-центр. Говори. Мне нет равных. Я слышал оба зов. Майкер? Да, вижу. Чуть-чуть отходи. Оп-оп-оп. Чуть-чуть. И давай, делай. У меня нет МПЛ, я через жуков, учитывая то, что мяса типа много. У меня другая типа страта, но она не оправдала себя. Хреновая, прямо скажем, стратегия получилась. Я-то обрадовался. Да. Сейчас МПЛ, болт. Косяк. Просто косяк. Я служу ледяному трону. Ладно. Надо что-то делать. Интересно.
Ну, Т2, я думаю, ждем. Что-нибудь рейнджовое такое хорошее. Я катапульта пока. Говори. Мне нет равных. Я слышал зов. Несомненно. Истинно. Оп-оп-оп-оп-оп. Во славу Неруба. Несомненно. Поставь, пожалуйста, вот здесь эту вышку магическую. Я служу ледяному. Ай-яй-яй. Чего хочешь? Не удалось окружить. Да. Я служу. Бывает, ледяному. Не расстраивайся. Удалось. Дело нет! Сделано. Да, нет! Да, нет. Нервы не выдержали. Но зато ты постянул. Да. Истинно так. Что-то куча форсировала. Угу. Я поэтому и прошу магическую вышку здесь запилить. Деньги уже прислал тебе на вышку. Извини, у меня просто не местные рабочие. Мигрантов не берете на работу, да? Вон там уже начал, он сам вышку сидел. Джокер, привет, как слышно? Прием! Так, я отступаю. Да, отступай, отступай. Пробую отступить. Не очень получается. Говори. Несомненно. А пульта идет. Я служу ледяному трону. Я слышал зов. Я служу ледяному трону. Куда там менты пришли? Я не понимаю. Угу. Чего хочешь? Ой, спасибо за подконтроль. Я служу ледяному трону. Добро. Жуки в атаку. О, ДК. ДК и жук. Вот это сейчас поиграем. Ой, у него это, мочи ее. Да, есть катапульта, можно... Ты можешь отступить ментами. Давай перегруппируемся, не надо лезть. Зачем? Этот фанатизм ни к чему. Я служу ледяному трону. Посмотрим. Во славу Неруба. Несомненно. Ну хорошо получилось. Ой, там еще лич пришел. И фаерлорд. Ой-ой-ой. Я служу ледяному трону. Чего хочешь? Славу Неруба. Мне нет равных. Я слышал зов. Посмотрим. Наверное, нужно бестиарий сделать. Нет равных. Ой. Я служу ледяному трону. Ой. Как же там дела? Мне нет равных. Я слышал зов. Все ли хорошо? Да, хорошо, я думаю. Только твои каты что-то там тупят немножко. Ну, есть немного. Куда он там телепортируется? Ой. Ой, куда катапульта-то ушла? Как она там? Что это вообще? Молодец, минус лич. Ой, два раза больше экспы за элементали. Успел он расплодиться перед тем, как... Да каты что-то катаются. Да каты глупые. Аккуратнее. Да, бывает. Беги,
Да что это? Куда они, блин? Так, надо их убить. Я слышу. Надо. Зов. Я, наверное, сверху, там они вышки делают. Ледяному трону. Потихонечку. Без риска. Говори. Работаем. Аккуратнее, там у него хаты пошли. Я пытаюсь трону. Тут что-то как-то. Я слышал зов. Я служу ледяному трону. Мне нет равных. А ты как там? Ну, просто мне это, пройти тяжело. Говори. Да? Скажем так. Это проблема, да. Я слышал зов. Мне нет. Ты звал меня? Да, грязь какая-то просто грязь. Я там ДК или живой. Я слышал я воплощение тьмы. Мне нет равных. Это катапульта, естественно. Молодцы. Чуть-чуть катапультами отходи. Время уходит. Я готов мстить. А, катапульта умерла. Че надо, хозяин? Говори. Ну все. Я служу ледяному трону. Угу. Все, соколик. Минус что? Мне нет. Надо выходить уже. Я из игры? Да. Ну, сейчас подожди еще. Что, ты еще поиграешь? Ну а ты что? Сдаешься уже? Не надо. Подожди чуть. Хочешь? Просто. Хамартира уже, что мы можем сделать? У тебя какой-то турен всего лишь. Блин, реально мартиры. Да. Говори. Мне нет равных. Говори. Я служу ледяному. Вот гады, а? Мне нет равных. Так, отбегай, отбегай. Я служу ледяному. А где мои рабочие, ну почему? Бравые. У тебя еще норм? Норм, конечно, да мы их вынесем. Не расслабляйся. Главное, не сдавайся, без паники. Я всегда это говорил. О, вот это вообще ништяк. Застрял. Ой, 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 ой. Держись, пристатом своего, приструни. Давай вот это вот, ну где молоток-то, ёпрыс? Да нет, ладно, да? Ни копейки, блин. Бывает. Ничего, я не настаиваю. Так, три катапульта, сейчас будет огонь, это три барабаны кадоев. Вот вот этих упырей надо, как только вырисовываются, сразу полещаем давать. Твои катапульты! Место вообще новое. Кадоев. Я служу ледяному трону. Место ноль вообще. Тесновато, да, тесновато. Так, пошел огонь. Так, Кода, может ее просто вот здесь на hold position поставить? А то не, Кадоев переваривает рифла. Да-да, ну поставить на hold position. А ты не хочешь вот с Иху, например, там мочкануть? Сейчас. Подойду как-нибудь мочкану. Я бомбить буду. Как вот только какой-то упырь. Я попробую сверху что-нибудь сделать. Давай, давай, да, да, давай. Пробуй что-нибудь. Я служу ледяному трону. Время уходит. Так, здесь отдается, товарищ. Да, здесь тоже у меня все отдается. Говори.
тебя нормально там все? Нормально. Я здесь сверху его пока что. Все нормально. Какая жесть, у тебя там как? У меня нормально, если да? Сумме так взять. Я служу ледяному. Молодец. Эфес убил, Эсха убил. Нормально. Ну, значит, сейчас додавим. И катапульт эту с двух сторон мочим, тоже нормально. Ой, куда же я побежал? Кто бы знал. Так, Тинкер следующий. Жалко, что не андедовский герой. У тебя нет андедовского никого? Я не могу пролезть. Ай, блин. Чё-то... Ой, там сверху сейчас пачка пришла. Ой-ой-ой-ой-ой. Химерки. А к химеркам мы вообще не готовы. Я делаю баток понемножку. Но это... Ну окей, осторожно с кастерами со своими. Я потихонечку давить продолжу этими катапультами. О, там виверны еще. Да, и сверху мощь. Сейчас они отдадутся. Он уже готовься к этим, к химерам, если есть чем готовиться. Ну я эти делаю, как называют. Кошков? Flying Machine. А, ну. И рифлов. Дерева, как всегда, нет. Рифлы это я не самые. Подки дерево чуть-чуть. Но... Дерево сейчас, изи. Сейчас у меня просто эти виверны на базе были. Что будем жить? Как скажешь, начальник. Че-то... Чего ты переживаешь? Меня беспокоит та армия, которая... Да, бывает. Я слышал зов. Да, не без проблем. Время уходит. Что ж поделать? Я прилетел. Сделай. Она что, ушла? О, нет, она убивает орка. Угу. Арин. Я слышал зов. Ё-моё! Много. Слушай, много. Дерево подкинь, пожалуйста. Мне нет равных. Так. Не, этого не мочи, Майкер. А чего не мочить? Почему не мочить? Это... Страховка. Чего сделал? Вон тот сверху его сейчас будет прыгать. И надо будет, пока они дерутся, подойти к ним сзади. Может им понравится. Угу. Я служу ледяному. Я понял твою мысль. Так а зачем ты сейчас подходишь? Не, я просто решил посмотреть, у него нету, а где его воздух? Вот. Давай его добьем. Я слышу. Думаешь, взорвали его там? А, вон воздух, блин. Я ну ладно. Ледяному. Не получится добить. Я ТП. Что такое? Без проблем. Капец. Ой, там жесть. Там просто жесть. Я воздух не увидел так нормально. Ладно, тогда ждем, согласен. Согласен. Пусть их там убивает. Я баток хоть успею настроить. Немножко. Ну я хавков делаю. Я прилетел. Что такое? Я это... Слушаю.
Так, подожди, еще немного, пусть они пока убьют. Я... Сейчас будет плюс 3 батки, и я смогу навалиться. Убиваем, в первую очередь, химеры, естественно. Я могу ловить их в это, в сетку. А, может тогда я гиппосов убью, а ты химер? Давай гиппосов. Правда, у меня немного пока. Но надо что-то делать. Давай, лови химеров, уже поздно. Без проблем. Норм? Так он пойдет. Молодец. Я не вкуриваю. Там справа еще подходит. Ой, какой фарш, а. Ты там что, куришь, что нет? Я курю. Я прилетел. Я прилетел. Сейчас убьем. Ай-яй-яй-яй-яй, карамба. Тинкер, держись. Тинкер не продержится. Ну, от этого отбились, да, получается? Да, я, правда, героев потерял. Кроме одного. Осторожно, там, с капками со своими. В сумме так отбились? Да, да. У меня леса нет уже самого. Я тебе могу 200 подкинуть. Будем добивать, пытаться того. Твой тинкер там это. Да, он не умеет ничего, да. Я прилетел. Мне нет права. Ну вроде как нужно добивать, слышишь? Да. Говори. Блин, опять написала, что ты ливнул. Не выдержал. Давлением. Что, врываемся? В мортиры там. Да, кастеров нарезают. Какое мясо. Какая грязь. Меня деко окружили, правда. Ой, ну там такой сплэш дикий. Бах, бах, рабочие такие неживые. Тинкер. Да, тинкер, че он, не нужен никому. Пусть лучше жук с этим скрипится, с жуком. Ну, в смысле, с декой. Нормально. Так, ну, я продолжаю баток пилить. Мне хавков делать или? Слушаем. Вот не знаю. У меня сейчас... Лимит свободный, я могу делать что-то за кэш. Я думал, надо сейчас на базу идти и ставить точку. Сюда деньги потратить, короче говоря. Ну, вот я сделаю нычку. Давай. Я вот здесь базу ставлю. Здесь разведка. И сразу наверх пойдем после этого. Мочить реинфорсментом. Я хавков буду делать, что-то мне. И брейкеров. Опа, 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 идут, аккуратно, назад. Назад иду. Ой, твою ж медь. Я делаю ТП, я делаю ТП. Там такая грязь. Что будем? У меня есть, конечно, баток, 8 штук, но боюсь... Может так, не хватить. У меня 4 хавка есть. А, ну тогда можем, давай. Подожди, только это надо вырваться нормально. Пусть они в стак соберутся. Но... Давай. Мочи все, что можешь. О, а что-то у меня герой умер. Наш герой. Круто. Что там, химеры умерли, да? Так, как у тебя? У меня нормально. Ну, у меня только герой сдох. А так все ок. Так, а, я... и алтаря нет еще. Чего хочешь? Осложняет восстановление героем. Интересно. Молодец. Очень много экспы сейчас должен был ты получить. Там снизу два героя, вообще никаких. Нагу добей, нагу добей! Блин! Ес! Катапульты добили. С хавками. Так, давай я нычку сверху поставлю свою. Не, главное, не сильно не увлек... А, я вижу, в чем
чем соблазн. Я служу ледяному трону. Вижу. Я не знаю, Майкер, что я делаю, но я здесь убиваю. Уже там. Ну, главное, сильно не теряй. А лучше мы сейчас только-только нычки ставим. Точнее, ты не ставишь нычки. Да-да, я отхожу назад. В общем, да. Я это... Слушай, я служу ледяному трону. Да. Дело сделано. Удалось. Я слышал зов. Истинно. Дело сделано. Говори. Ну, денег у тебя нет лишних, да? Ну, сейчас могу... Не надо. Все уже. Уже все. Я слышу. Дальше будет проще. Ну, все. Ты меня напугал. Батку мою напугал. Я же боялся взрываться в эту всю армаду. Так, скоро бабло пойдет. Скоро пойдет бабло. Держимся. Каким-то макаром что-то сделали. Угу. Хавки, батки, молодцы. Я служу ледяному трону. Готов к раунду. Я продолжаю баток строить, наверное. Тапульты особо не нужны, выходят? Или их пока оставить? А что там у него было? Что он строил? Химеры, да? Я вижу. Ну, химеры. Ну, мы их-то контрим. Теоретически, если хочешь, можешь сейчас пойти там чуть-чуть разобраться. Не любопытен состав армии, главным образом. Дриады, гиппогрифы, химеры. Короче, продолжаем. То, что... Подкинешь место тут до золота? Да, да. Что такое? Все, мне хватит. Мне на импейл, наверное, стоит переучиться уже, да, на пятом левеле? Да. Я слышал зов. Мне нет равных. Я это... Катапульты вроде тоже пригодятся против тех же самых дриад. Против, ну, штурму, для штурма их базы. Выхожу из лимита. Я служу ледяному. Но... Я тоже. Несомненно. Так. Ману сейчас быстро. Что будем жечь? О, смотри, там пион чей-то. Халявный экспа стоит. Она твоя, тигр. Мне не дадут уже опыта за него. А. Вон халявный экспа вот бежит. Я прилетел. И кто там, что там? Волк позорный. Я воу-воу. Аккуратнее. Куда, ой, сколько там гипосов. Я пойду взрываться. Окей. Я слышу. Что будем жечь? Круто. Вроде как это не обязательно, но... Думаю, надо. Ну? Как скажешь, начальник. Слева там какой-то движняк я еще. Да там этот волк. Слушаю. Враги напали на город. Ой, здесь ты еще тоже. Что такое? Я это... А, у него сайленс. Слушай, там, конечно, без дикая проблем. Штука. Как скажешь, начальник. Давай, ну, оп. Ой, хорошо как. И лови. Молодец. Лучший просто. Минус пачка гипосов. Сразу экспа пришла, чувствуешь, да? Как потеплело там. Че такое? Круто. Я это... Слушаю. Время уходит. Баток Ульвиз советует специалистам. Прикольная, кстати, штука, но... Я прилетел. Но вряд ли. Что будем жечь? Пойдем? Ты сказал, да? Ну да. Ну пойдем. Как скажешь, начальник. Я слышал зов. Время уходит. Я это... Слушай. Я служу ледяному трону. Че такое? Ну я гипосов взрываю, какие там будут. Ну да. А ты лови. Я это... Слушаю. Ты лови главным образом химер. Без проблем. Давай. Ну что-то нет у него ничего. Я пока не буду взрываться, мало ли что там. Ладно, взрываюсь, пофиг. Взрывай все. Опять ДК, ну куда же ты, ёпрст? Дим Пейл, Михаил. Там Дредлорд стоит, что-то. О,
просто. Видон. Форсир тоже был. Ой, хорош. Закинул. Лови там сверху, Химер. Рейнджерка минус, Дредлорд. Ой, там внизу такая халява. Угу. И второй козел еще. Ну, сейчас мы его возьмем воздухом. Добро. Отлично! Дриады пытаются мансить катапульты. Конечно. Что я делаю вообще? Я взял жуком, прокачал жуков на шестом левеле. Жуков, Карл! Жуков! Одного жука, первого левела. Капец. Все, это верный знак, что надо закругляться уже. Не работает соображалка. Пойду переучиваться. И главное, этот позор все пацаны видели. Все. Так, у меня третий герой, алхимик шестого уровня. Чем могу помочь? Я воплощение тьмы. ГГ пишет. Буду сейчас продавать. Я слышал. Я это... Слушаю. Давай, может, химерка какая. Или медведь жирный. Что будем? Или Mountain Giant без грейда. Че-то у него ничего нету. Все, сдался. Дерево выкапывает. И все. Это что, последний? Нет, это что? Там еще вон, полдюжины там людей. Там еще нежданчик был. Конечно, конечно. Надо сейчас разведочку сделать. Мне нужно, наверное, кастеров добавлять уже. Пойду посмотрю, что взорвать можно. Окей. Все равно supply блок. Так, тут торг. Вряд ли удастся так, что-то взорвать. Так, нычки здесь ставим же? Конечно, конечно, конечно. Обязательно. Нычки я это наши все. Я верхний все беру тогда. Доброе. Время уходит. Че такое? Мне нет, мое терпение истощилось. Чего хочешь? Уже там. Время уходит. Ну что, грифончики появились. Но... Так, тут эльфа вижу. У него медведь стафнутый. О! Как скажешь. Данпил увидел. Уже там. У него взорвал мы всех баток. Данпил, Данпил. Данпил никогда не меняется. Так, ну что будем делать? Я думаю, надо разведочку. Ой, вот. Короче, Данпил надо мочить. Смотри, какой он дерзкий. Я это... Слушаю. Время уходит. Что здесь в середине карты вообще ничего нет такого? Да, там только магазины и... Что будем? И все. Слушай, давай чуть-чуть назад. Что такое? Там какой-то лимит конский. Я служу этим. А я всех баток. Там, нет, там Данпилы эти, как называют. Они могут нам... Стати стрэп. Ну, что такое? Я слышал зов. Ну, я прилетел, командир. Что надо, хозяин? Так, надо, в магазине хозяин? Можно закупиться чуть-чуть. Там. Дело сделано. Мне нет равных. Чего и свитки самое главное. Ботинки, свитки. Что будем? Всем ботинки. Я служу ледяному трону. Что такое? Ну, можешь купить 500, за 500 золота 250 дерева. Да, есть такой обмен. Молдавский бизнес купил, продал, остался должен. Я это... Слушаю. Чё надо, хозяин? Нельзя строить. Стоп, а получается, что... Я прилетел.
Данкл с кем-то они же заняли, получается, уже не только свою часть. У них красные и еще наверху. Уже убили. Слушаю. Я слышал зону. Майкер, мне что-то кажется, что в это... мана медленно регенерируется. Ну, без архмага-то да, у Хомана проблемы с маной. Давай тогда вот с этой стороны нападать, чтобы вот этих вот не агрить, а вот подходить сюда. Что будем жечь? О, там стоит и так один этот. Давай его. Давай. Сейчас подтянутся остальные, но бетон... А, нет, бетон есть. Давай алтарь сразу же. О, телепорт, 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 попробуй взорваться. Слушаю. А вообще воздух, конечно, телепортировался. А, вот второй. А ну-ка. Ну. И второй пошел. Тоже нет ничего. Ну, кроме Бладласта и жесткой при жесткой армии. Короче, мне не ДК нужно. ДК минус. А, ты уже там что-то минусуешь? Сейчас не читаю, не вижу. У тебя жук-жук. Да, вижу. Ой, хорош. Еще импейлом тут подбросим. Добро. Давай я потму. Молоток и этот. Бам, у меня бам. Нету. Понял. Ну ты так и воспринимаешь. Хорошо, где же у них там воздух-то был? Вроде химеры там какие-то летали, нет? Может, это был противник? Да, они стояли вместе с Данкелом. Это точно были они. Они где-то умудрились разменяться уже, видимо. У тебя как там с лесом, кстати? Сверху там химера такая. Какая? Но я ее поймал. У меня с лесом нормально. Дай, пожалуйста, 200. Спасибо большое. Так, а кто останется после Данпила? Ну, вот еще последняя пара. Там, Крео и Роди. Тоже хеленварды Бладласт сделаю. Там батки сверху прилетают. Время уходит. Знахаря вызывали. Чем могу служить? Я служу ледяному трону. Ну что, дерево уходит. Опять? Ну это не страшно, оно просто не возможно. Ты его покупаешь в магазине, что ли, дерево? Не-не. Меня добывают по 30 дерева, рабы мои. Да, грейжены, молодцы. У нас отличная сейчас экономика. Надо быстро добить этих. И там, скорее всего, наверху максимум две базы же. Те оставшиеся пара заняла. А у нас уже... Сколько у нас уже? Нормально у нас. По три, по четыре базы. Дело сделано. Чего желаете? Чего хочешь? О, там лич такой да. Стоит. Окей. Отстроился, пятый лич. Так, наверху 3, 5. Рекординг. Ну их, я думаю, мы возьмем. Возьмем. Да, возьмем. Он сплитится еще. Так, вот один лич, тауры, правда. На земле, что у нас? Герои? Ну, у нас самый главный герой, да, ты прав. Это прям ключевой. Можно закупиться в центре. Ботинки с витком. Мне сейчас ману надо. Дима четвертый, жук третий. Да, у них герои значительно низкого, более низкого левела.
И грейды. Чем могу служить? Как у меня почти. Вообще без грейдов. Чем могу служить? Всего желаю. Готов, крал. Я слышал зов. Я постою здесь. Ты готовишься? Да, я сейчас смотрю, что можно взять. Ну и все, я готов. Свиток, свиток. Ультимейты у тебя там есть? А, да. Торин не шестой пока еще, да? Да, но у меня трансмьют есть продать. Я пойду абоминейшн быстро продам. Угу. Оп. Почем нынче абон? 192 тут. Сколько тауренов. Ну что, справимся? Да, поехали. Думал. Или заманить, встать и стрепать. Ну да, давай, чё, покидаем. Кого давай это, кого будешь? Аккуратнее. Сейчас прикапывать будет. Все, нас предали, нас предали! Как я тебя? Вот, заманили. Так я что-то выбежал его. Сейчас сразу не начну. Чёрт, а что-то я тут застрял. Ты готов это делать, Михаил? Что мы сделали? Михалыч! Мы все умрем, что ли? Что-то не получается, мне кажется. Опять Silence. Я на это не подписывался. Откуда Silence? Я ТП делаю. Ничего не знаю, делаю ТП. Ты как там? Да я нормально. Молодец, держись, в общем-то. Здоровья тебе. Денег нет, но ты держись. Могу денег прислать, кстати. Ну ладно, я ТП-шку сделаю. Да? Все-таки будешь? Ну ты... Да. Ну ты смотри, может быть, не стоит. Эгегей. Говорит мне ДК. Так, ну... Что я могу сказать? Чуть-чуть не получилось. Чуть-чуть. В следующий раз обязательно должно получиться. Бладласт есть, герои есть. ТП, кстати, нет. У тебя сколько лимит, скажи? Меня? Сейчас только 60. 60? Да. Так вот из-за кого мы проиграли. У меня соточка. Да ладно. Так, главное настроение хорошее, да. Чем могу помочь? Нужно золото. Все, пошли. Ну пойдем, я вообще не хотел уходить оттуда, понимаешь? Да. Меня остановил только... Только я, да? Ну да. Или тут та пачка катапульт, которые вперед в атаку пошли. Я не знаю, что они там забыли. Иди продавай, хватит умничать. Вон там таурен за 240, наверное, продастся. Сколько? 224. Хорошо. Ну что, поехали? Ты готов на этот Тарас? Давай катапульты вперед! Работаем. Всем стомп, пацаны. Мой МК даже пройти не может. Блин, что-то... Ой, твой ДК, Майкер, плохая позиция. Очень плохая. Думаешь? У меня тут ДК, кажется, окочурился. Нет, замансил. Да, спасибо тебе за все, кстати. О, вижу козла. А, козла уже нет. Доезжишь. Смотри, ульт. Ключевой, ключевой. Да, вон смотри, стомп. Тоже ключевой. Хорош. Соколик, ну. Красавчик просто. Просто красавчик. Молодец. Достойное завершение. Я думаю, начало первого. Там у тебя... С Олей предстоит, я думаю, разговор серьезный относительно. Спасибо, Майк. Ну а что, дом есть. Дерево ты, наверное, уже тоже посадил. Осталось дело за малым. А малый, ну ты понимаешь, в общем. Удачи тебе пережить этот вечер. Спасибо. Спасибо всем за то, что смотрели. Думал, можешь ласты соло сделать, но сначала надо пойти, мне машут рукой. Mm-hmm. Ладно, желаю всем приятного вечера. Держись. Если я еще выживу, то будет ласт соло. Держись. Удачи, Соколик. Пока. Пока. Чао.